Ребята, привет! Вы снова на канале Птичка Ресничка. Сегодня я буду открывать вот этот набор с лошадкой. Сзади он выглядит вот так. Называется этот набор «Лошадка для принцесс». Давайте приступим к открытию. Упаковочка. Ребенок даже не... Вот она, наша лошадка. Она в свободе. Как выглядит наша лошадка? Давайте сначала приступим к... Ой, тут еще почта. Сначала будем открывать аксессуары. Лошадку позже приклеили. А, вот. Вот. Пока лошадку уберем, начнем с аксессуаров. Тут у нее ведерко вот такое. Такая вот лопатка. Вот так, кажется. Вот тут. Вот такая расчесочка. Вот. Вот. Вот такое вот зеркало. Давайте теперь приступим к самой лошадке. Сама лошадка выглядит вот так. У нее вот снимается вот обувка. Также у нее вот так вот двигается голова. Тут на волосах у нее вот такая заколочка. Вот. Сейчас я ее сниму и покажу поближе. Вот такая заколочка. Тут вот такой один цветочек. Вот это вот аксессуары вот, для самой лошадки. Так много их. Вот. Ну, вот у нее еще вот снимается намордник, но я его снимать не буду. И вот намордник еще прицепен к вот к этому, к седлу. Вот. Такая вот у нас красивенькая лошадка. Пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.